В ближайшее время «Гомель-Облреклама» проведет торги по продаже недвижимости «Гомель-Облстроя». В поселке Кореневка Гомельского района продается помещение административно-бытового корпуса. Ветки можно купить административное здание с проходной, а также отдельным лотом – бытовку. В Жлобине предлагается к продаже здание гаража на 8 транспортных единиц и здание механических мастерских. В Рогачеве на продажу выставлено здание по ремонту автотранспорта. И последний объект находится в Гомеле на улице Малайчука. Здесь можно приобрести административное помещение. Контактные телефоны 8044-769-1961, 8-0-232-53-27-62 и 8029-185-37-18.